карте меня. Да, друзья. Он не хочет задерживаться на 48 часов. Не совершал. Любой человек будет так же сопротивляться. Оставьте меня в покое. Вы объясните. Зачем вы его задерживаете? Герой нашего Воронежа. Боже мой, что происходит вообще? Уже раздели его, раздели. Уже он голый на снегу. Посмотрите, голый на снегу. Да, друзья, вот так вот. Я ничего. Что они делают, друзья? Это просто... Это просто с ума можно сойти. Распространяйте, друзья, всю эту информацию. Показывайте людям, что происходит. Что за одиночный пикет в Воронеже, в России? Какие репрессии? Сколько человек нанято? Сколько они делают? И что они делают с людьми? Одного пенсионера. Оденьте его! Не совершал я ничего противозаконного. Оставьте меня. Ну, куртку оденьте. Какой? Я ничего. Давайте его. Я ничего. Оставьте меня в покое. Я ничего. Опять. Куда машину, что ли, брать? Сколько их человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут уже почти 15 человек. Пакет. Пакет вас, пожалуйста. Дмитрий! Позорище, мужик! Позор. Просто позор. Очередной позор. Очередное дно, которое пробивают сотрудники. И все как они, как все как один в масках, естественно.